Всем привет, дорогие друзья, с вами Марс. Сегодня мы с вами посмотрим Средиземье Тени Мордора. GOTY Edition вышла не так давно. Это, собственно, такое издание игры со всеми дополнениями, с доработанной графической системой, доработанной оптимизацией и прочее. Многого наобещали, но посмотрим, чем это все обернется. Давайте посмотрим, как обычно, 40 минут. Сюжетный режим. Великая охота. Светлый властелин. Сменить костюм. Талиан. Ух ты! Круто! Светлый властелин. Лазарь. Капитан дозора. Темный следопыт. Класс! Черт, какой же классный костюм. Я вот весь проходил вот в этом. Собственно, все мое предыдущее прохождение. Черт возьми. Вот это крутяцкий костюм. Но что-то он мне на ситха какого-то смахивает, честное слово. Это одежка кузнеца. Капитан дозора. Давайте не будем долго выдумывать. Испытание боем. Давайте сюжетный режим. Погнали. Музыку я выкрутил на минимум. Ну, потому что правообладатели не очень хорошие люди. Давайте смотреть. Мы все прекрасно знаем, что случилось за вратами Мордора. Доброе утро, Талиан. Давно не виделись. Ну, FPS значительно побольше. Это его сын. Is a perfect swing for killing chicken. Wouldn't want to hurt you. Take a lot more than that. Dear Hail, the mighty chicken killer. Come on. Come on. Show your father what you have, huh? Ну тут с FPS-ом. Ну сейчас посмотрим геймплея, потому что в ролике что-то он упал был. Непонятно. Сейчас будем все осваивать, все оценивать. Ну чё, парень, ну... Вот с кем ты дерёшься, Я же всё-таки рейнджер, ё-моё. Stay alert, dear Hire. Your enemy will not always be as he appears. Easy, son. You're not a soldier yet. А вот и уроки. Хорошо. Отец своего сына. Точнее, сын своего отца, господи. Ну что же, выпустите меня на дождь, на этот логодром. Я же знаю, что там будет сейчас на записи. Нет, знаете ли, 30 FPS.
Monkey's limbs! Father, they charge faster than I can strike! Stand fast, dear Hyle! Remember, son, lunge deep and cut deeper. Ну, с этим порядок. These orcs are much stronger than any we've ever seen. Оптимизация стала получше, заметно. Хотя надо выйти в мир. Посмотрим, что будет там. Go find your mother. Keep her safe. I'll be right behind you. Go. Йоло. Зря ты пошел, конечно. Ну ладно. Am I dead? You are banished from death. А вот это его жена. Очень печальная история, на самом деле. История мести, жажды крови и любви. Middle-earth, Shadow of Mordor. Лучшая игра 2014 года, по моему мнению. В жанре RPG так точно. On winds and waters may you cross, see mountains white and blue, but on your road let's not forget the love I have for you. Happy anniversary, my love. Alien, this is beautiful. Where did you find it? I still have a few friends left in Gondor. Did you talk to my father? Yes, I did. And nothing has changed. He's still very stubborn. I say we go anyway. Yeah, I will not come willingly. There must be a better life than this. Not now. But soon. But soon. Да. А скоро не случилось. Очень жаль. Не имели права на счастье. Давай, по стелсу, по стелсу. We should have left when we had the chance. Don't move. I'll clear a path. Ну, дай мне управление. Stealth is my only advantage. We should be a vile instead of rats. It stinks of talk, flesh of him. Yes. Dead talk. Delicious. Put the sword down. Башня. Молот. The black hair wants him alive. Take her. А, тварь. Тварь жестокая. Черная рука. Будь сильным, Дираэль. Йоран. Forever.
Мразь. Вот так оно и случилось, но смерть отринула Талиана. И в этом мире он встретил легенду. Легендарного короля. Короля эльфов. Кузнеца Келебримбора. Now do you believe me, Ranger? What has happened to me? Banished from death. Смерть отринула тебя. Круто! Curse binds us together within the walls of Arda. If what you say is true, then how do we break this curse? We find the one who cast it on us. The Black Hand of Sauron. Черную руку Саурона. Наш архивраг. Определился в первые 12 минут игры. Добро пожаловать, дорогие друзья! В Средиземье Тени Мордора. Пока что. Ну, сейчас будем смотреть еще, как визуально поменялось, собственно, мир. Собственно, отрисовка урукхаев, точнее, уруков. Потом боевая система, говорили, подточили. Но оптимизация, я уже вижу, стала получше. Заметно получше. FPS от 10 так точно прибавилось. Ой, какой кошмар. Загрузка такая долгая, что пиздец. Реально, я раз 8 успел разложить судоку у себя на телефоне, поэтому, блядь, это жесть какая-то. Без слез не скажешь, честно говоря. То есть, 8 раз это, ну, порядка 10 минут, наверное. То есть, я дольше ждал загрузки, чем, блин, на самом деле играл. Это довольно печально. И оно дальше загружает. Япона, мать. Ну хорошо. So, we missed one of you at Narcos, eh? An easy mistake to fix. Это как понимать? For what you've done, the Black Hand wanted more. Well, that. Это еще что такое? Научи меня, Келебримбор. Hey! Forfeit your mind! What do you know of the Black Hand of Sauron? He is a fiend. Made of thin air. What more? A slave I had. Swears he fought him. I sold him for a keg of grog to Gimu the Slaver.
Гимуб работорговец. Хорошо, я знаю, где тебя искать, Гримур. Беги, мразь. If one can trust an orc, trust has nothing to do with it. His thoughts cannot lie. Мысли не могут лгать. Не знаю, не знаю. Хорошо, тут все на обучение. Ой, там этот. The world has changed. Nothing makes sense. Что-то камера так близко. This is how it will be. The future and the past are linked in darkness. I don't understand why I'm here. And I can't remember. Let's go find the slaver. His mind may provide answers. Так, тут можно вскарабкаться? По-моему, тут по любым поверхностям чуть бы. Ну да, я прав. А так ты вождь. Manswine! We both want to kill each other, so one of us will be dead. And I think it will be me. That kills you! Ну попытайся, чё? No chance of that! You'll never survive! Что-то как-то у вас все сложно с этим делом. Забираем нашу первую руну. Ну, конечно же. Эльфийская грация. Уменьшить на 50 получаемых в ближнем бою. Нихера себе. Это я что получил? Если нанесен в спину. Если нанесен в спину, я и так могу. Так, давайте-ка сразу поставим то, что нам тут легендарное имеется. Скорость расходования. Это мне нравится. Очень. Неуязвимость к ядам. Охеренно. Беру. Улучшение. Спасибо, я умею. Казнь, это замечательно. Удар сверху, но это пока не нужно. Взрыв никогда не пользовался. Оседлание Карагора тоже. Ну, пару раз было, конечно. Столкновение. Потом прокачаю. Знаете, лучше казнь. Ибо пока в этом смысла нет. 25. Ну да, тут слишком много надо на это все дело. А, ты мне будешь про руны рассказывать, ну спасибо. А, воздержусь. Так, тут где-то должны быть еще вожди. We'll be joining into one big army. Yep, that means we'll crush the resistance much quicker. Я там видел пацанов, давайте-ка сначала сюда. Pigskins aren't even worth killing. Ha-h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 a-
there's too many idiots looking for the creature, and none keeping their eyes open for the Redwater. I'm watching for both. Neither will sneak up on me. Just you wait. Step out of line and I'll have you flay! Now is our best chance! Ну чё? Давай драться, чё? Don't stop fighting, Ranger! Ну что ж такое, а? Я думал, вы посерьезнее будете. Ладно. Давайте найдем работорговца. Cry for mercy! Нормуль. Ладно, побежали у кокошек. Этого несчастного. Хорошо. Неплохо. Так, а чё здесь? Я чё-то не понял. А, сведения. Подожди. Не мешай. Ой, я случайно. Я забыл уже, как это все работает по-нормальному. Ну ладно. Пора двигаться, я думаю. Давай, в ад, братишка. По стелсу вообще. А вот, точно, вот, у нас же еще такое зрение имеется. Ой, забыл. Ну ладно, это уже не важно. Хотя, в принципе, выслеживание помогает. Так.
немножечко подшаманил. Ладно, пошли. I don't just hate the Gravewalker, I despise him. Gravewalker. Великий мертвец, что ли? Или восставший мертвец. Вот что-то там много всякого говна. Я вижу там золотишко. Тихо. Запали контору, ты. Ты дурак. Stay on guard. А, это червь. Не хотелось бы тут драться. Душ. Давайте за душем сходим. Там драка лютая будет, конечно. Моя. Ну, попробуем, если он на скрытный поддаст, будет норм. Да ё-моё, бейся, ну, блять. Are you laughing at Longtooth? Oi, are you slithering? Нормально. Stop the shit, you listen. На, разбежались, суки. Рассказывай. Это еще что такое? Крысарий трус. Ну какая рвань. Давай, беги отсюда. Ты вообще чё приходил-то, болван? Давайте другой костюм, кстати, посмотрим. Улучшение. А нет, не то. Приглашение. Это не то. Одежда. Армия Саурона. Руны, настройки. Я не помню. По-моему, это в главном меню даже, да? Печально, я хотел посмотреть. Ну ладно. Да. Ну ладно. Черт с ним. Погнали, набьем хавальник. Hunters, archers, berserkers, they get the job done, but it's the warriors who do the real work. Ну конечно же принять, конечно же принять. Угу. Задание началось. О, ладно, побежали. Чё? Чё тупить-то? Ну, мы все прекрасно знаем. Ну давай же, отпускай меня, чудо трава. Slay the orc captain, cut off the head of the snake, and the body will wither. Archers. I must take out the eyes of the camp.
Значит, арчеры глаза. Or a wizard? Don't matter. I could beat any of them. A wizard would have. Won't be no wizards to worry about once the Dark Lord returns. Там еще один. I see the ranger. Let's kill him. Нет меня. Блять. Запалился. Ну подыхайте уже. Мразота. Хорошо, ладно. Don't think you can get away. I will punish you myself. Thought you were fast enough to escape, eh? No weakling man can outrun an Uruk. I думаю, мы победим. See those slaves? They tried to get away, and now they will die, tied to a pack. Not a chance. Man-swine! Another shrock that needs to be put back in his place. Chop him to bits! Push him back! Давай сюда. Я уже научился, спасибо. При убийстве капитана или вождя полностью восстановить здоровье. Да и нафиг не всралось. Ну что, как вы себя чувствуете, господа? Нормально? So you didn't die 10 years ago. I take it you did not come here to arrest me for treason, Captain? Нет. You and I are all that remains of that garrison, Hugo. Я просто умер. Бывает, да? And why did you come here? Looking for a slave that fought the Black Hand of Sauron. More like ran away from him. You know this man? Of course. You're staring at him. Ты дрался с черной рукой? Where are the of the Dark Lord? Do you even know? Perhaps. This is no time to keep secrets. I have been stuck here for weeks. Steady. Come to the outcast camp. We shall ask my scouts. I'll be there. I'll be there.
Талион сказал, Талион сделает. Голум, старый знакомый, привет. System of the Rock. No. Someone who wants to be seen. We should tread with caution. Okay. Задача выполнена. Хорошо. Так. Там же можно еще прокачаться, а? Конечно же. Так. Удар сверху. Вот это полезно. Ну да, я эльфийскую ловкость прокачаю. Доступ к мече. Можно здоровье увеличить. Сосредотачивание. Давайте первым делом здоровье, а там посмотрим. Это обычные парни. Ох, их можно перещелкать просто. Они говорят про башню. Ну, между делом. Так, а где, собственно, тот, которого я ищу? Что это мы такое нашли? Ступа. Ок. I have lived half my life on the boundary of Mordor, thinking it was dead, never knowing the stories it held. The Land of Shadow is awakening from a long slumber. It has many stories yet to tell us. Our archers can kill from so far away, their target is dead before we even seize it. Yeah, but they take away all the fun. They need to learn to let a few go by, so I can crush them. Начинай двигаться. Где, собственно, информатор? Где, собственно, червь? А. Сведения на столе. Что я не припоминаю такого, честно говоря. Чтобы сведения были на столе. Давайте с первого ряда еще кого-то. Уязвим для атак на ядовом звере, для боевого добивания, для скрытного добивания. Для дистанционных атак, короче, ко всему. Тебя, по-моему, даже можно с одного удара убить. Так, а давайте-ка посмотрим. Пардон. Мы находимся... Где мы находимся-то, собственно? Ой, простите, что-то я не вижу, где я нахожусь. А вот. А мне бы пригодилось поход. Победите такого, победите особую награду. Давайте туда сгоним. Хотя нет. А нет, в жопу мне этот червь, он не нужен. Давайте сначала сюда. Попробуем особую награду получить.
Да, я уже вижу, работает эльфийская ловкость. Это червь. Ну все, собственно, больше никого нет. Никого, никого. When you stick a sword into something that's still alive, pull it out slowly, so you can watch them squirm and squeal. Да блин, ну вот как. Heard that the rangers sneak around these parts. Thanks a plenty, stranger. Да забей. Thank you. Ладно, погнали. Не будем терять времени. Особо. А вылазить то буду я? Восемь силы. Капитан, элита. Победите такого-то, получите особую награду. Попробуем. Я думаю, это будет непросто. Ух ты, твою мать. Ты прям сюда уже ко мне идешь. What? Твою дивизию. Ох ты. Лучше бить боевым добиванием, его лучше бить дистанционными атаками. Работает. Эльфийские стрелы закончились. Давайте драться. Давай! Делись со мной! Еще один! Вот это плохо! As slow as a day is long. Ну хорошо, ты там мертв. Не, вроде работает. Нет, не на Прокола. А ну давай. Рассказывай. Знаю об этом пацане. В
боевое добивание, скрытное добивание, дистанционные атаки. Ненавидит карагаров. Короче, всяких животных. Давай, отправляйся в ад, парнишка. Оу. Так быстро. Ратанак. Там, я смотрю, еще какой-то ратанак обитает. Давайте пойдем еще его грохнем. А то от этого я вообще не ожидал, что он сдохнет с одной стрелы. Я вообще не ожидал, что это этот сам... Что-то вражина, ну то есть вождь. Ладно, пойдем еще ратанака сейчас херанем. I'm watching for both. Neither will sneak up on me. Just you wait and see. Do you believe they make us stand outside in this wretched heat all day long? Wretched? Only thing wretched out here is your complaining. The two of you, get back to work! If the boss sees you bickering, it'll slice your heads clean off your shoulders. Так, а где же он там тусуется? Пони заходит. Something novel to torture. Compose a symphony of broken bones and rent flesh. Какого хрена ты не то делаешь? Черт, вот это плохо. Убили? Слишком много вас тут. Надо бежать. Просто бежать. Причем я еще и не в ту сторону побежал. This is your aim.
Готов? Вроде готов. F. Я не успел. Сука, я не успел. Блять. Ладно. Ну ты поднимешься из-за того, что победил меня, разумеется. 10. Ага, он был силен. Ага, какой-то хер с бугра стал капитаном. Какой-то хер поднялся выше. Ты тоже поднялся выше, да? Повышение на троечку. Какой-то хрен стал капитаном. Ну да. Вот это тот парень. Где он? Где он, мать его, так? Ты что ли? А, вон он. О, он аж на последнюю эту. Аж на последнюю... Ну, то есть, перед самыми вождями. Охереть. Охереть ты дерзок. Ну ладно, он, в принципе... Нормальный парень. Силен, силен. Хотя было бы побольше жизней, поменьше уругов. Ну или хотя бы побольше FPS. Все бы было хорошо. Ну да ладно. Нечего пенять. Что ж, дорогие друзья, сегодня мы с вами посмотрели, опять же, Middle Earth, Shadow of Mordor, Game of the Year Edition. Повторюсь, это переиздание, в которое входят все дополнения. Там, я не помню, сколько там дополнений. 2 или 3 даже. Игрушка замечательная. Замечательный слэшер. С элементами RPG. Ну, считается, что это RPG экшен. В принципе. Замечательная боевая система. Замечательный сюжет с изюминкой. Хорошая прокачка. То есть, все интересно. Плюс это иерархия орков и всего остального. Это круто. Это изюминка, которая, в принципе, придает игре определенного шарма. Ну что ж, графики, ну да, добавили графония. Конечно же, тут претензий вообще никаких, потому что графику подкрутили, оптимизацию подкрутили, все стало заметно получше. Плюс то еще, что тут в этом издании есть 2 дополнения, то есть можно играть и играть. Это радует, потому что игра очень хорошая, очень замечательная. Что там? Улучшения появились? Ну давай, прокачаем уж так уж и быть уж. Да. Будет оглушать. 50 монет. 60 монет нужно. Пламя Азрака. Вот это я никогда не прокачивал. Тень Ахарна. Тоже никогда не прокачивал. Я в основном на буре Урфаэля. Да, это крутой скилл. Ну что ж, дорогие друзья, всем спасибо за просмотр. Мы, повторюсь, посмотрели переиздание замечательной игры под названием «Средиземья Тени Мордора». Всем спасибо за просмотр. С вами был Марс. До новых видео. Всем пока.